Он отыграл сегодня великолепно. Все получалось на то. Ну, вопрос о лучшем игроке матча, по-моему, здесь вообще не стоит. Хет-трик на его счету, и учитывая, что его команда выиграла, тут никаких вопросов быть не может. Он герой. Кто знает, может быть, это только начало большой футбольной истории. Пока что кубок за победу в десятом. Думаешь, маловато? А ведь это кубок за победу. И это говорит о том, что всякое возможно. Он обязан был забивать пенальти, он и забил. Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим. Харис Сеферович. Великолепный гол. Они по-прежнему впереди, только преимущество стало еще существеннее. Да, это весомое. Опасно. Гол. Пол команды обыграл. Ничего себе. Отличный удар. И это гол! Опасно как. И это просто шедевр. Вот это удар. А тут что? Гол! Гол! И еще раз гол! И как пробил! Судья назначил угловую. Шейн Лонг. Отличный удар! Ох, какой гол! Какой гол! Можно попытаться передачу сделать. На месте голкипер, все в порядке.